начинать заново. Привет, друзья, с вами Здравый. Наоборот, ну ладно. Давай. Для тех, кто не знает, я Алексей, это Данил, мы Здравый Малый. Мы сейчас едем снимать ту самую рубрику, которая у нас самая была успешная, но в то же время загнулась из-за того, что мы на нее забили. Я на нее забил, ребят. Да оба забили, давай, говори так, ну, что ладно. Я поснял. Мы едем снимать автообзоры для инвалидов. У нас есть товарищ, инвалид-колясочник Шейник, и он купил себе автомобиль. И мы сейчас едем снимать этот автомобиль, делать обзор авто для инвалида. Давайте представим себе ситуацию, что когда-то колясочник и карлик выехали в город вместе на пикник. Что, нормально, Димон, я вытащил, все хорошо. Он встал! Аллилуйя! Подожди, а вот мы припарковали ее уже все, типа. Мне кажется, ее нужно чуть-чуть перегнать будет, да, сейчас? Да, сейчас. Чтобы пацан, я перегоню, нормально все будет. Ты видел ее взгляд, как будто там просто доверие это было. Взгляд доверия. Димон, если что, я на Кадиллаке Эскалейд за 6 лямов катался, да? Ну, это спортач. Ты не понимаешь разницу. Поэтому тебе не понять. Короче, пока ребята делятся экспириенсом, как водить чей автомобиль, я сейчас буду расчехлять оборудование, обвешивать Данила рекордером, и будем снимать так называемый автообзор. Всем привет! С вами канал Здравый Малый. И сегодня у нас новый обзор авто для инвалидов Kia Sportage 3-го поколения. Кто такой? Лёха, где ты его нашел? Ну, ушел я. Так, давай, катись отсюда и едь. Давай, давай. Нормально. Всем привет, друзья! С вами Здравый Малый. И у нас сегодня на обзоре снова авто для инвалидов. И на этот раз Kia Sportage 3-го поколения 2010 года. Погнали! Наконец-то он состоится, потому что мы уже, не знаю, года год, наверное, ничего нового не выпускали. Надеемся вернуться в эту стезю заново. Привет. Димон, спасибо, что позволил снять свою тачку. Да, спасибо, Димка. Спасибо, что позвали. Ну, давай, все, тебе ребят, удачки. Давай, созвонимся. Все, давай. Пока, давай. Круэээ! Говори этот, говори чулок, скажи чулок. Чулок. Отлично! Почему чулок? Отлично! Ромка, плюс один. Потому что мне почему? Роман сказал, что у меня кодовое слово будет чулок. То есть ты приходишь. У кодовое слово мартышлюшка. У него чулок. Мартышлюшка? Мартышлюшка. Вот, а у меня чулок. То есть все, кто от меня приходит, говорят чулок. И каждый, получается, 5 человек должны сказать, и у меня что, скидка будет или как? Бесплатно. А, вообще, бесплатно. Вообще. Что захочешь. Все, Ромка, спасибо, что накормил. Все, давай, удачи. Заходите в гости. Ай, давай. Наш товарищ открыл свою, так сказать, закусочную, свой маленький ларечек. Да. Фургон фуд-еды, фуд-трак, как хотите, называйте, как хотите. Мы с радостью кушаем, всем советуем. Пара булок, вагон еды, горячая выпечка Смак, памятники. Вот они здесь, вагон еды. Да, клево. И группа ВК, кстати, тоже есть. Там также можно следить за их расписанием работы. Короче, товарищи, у нас в городе открылся новый велопарк. Я участвовал, так сказать, в разработке его логотипа, был конкурс, я этот конкурс выиграл. Логотип мой взяли за основу, название даже мое взяли за основу. У меня вопрос, кто-то сможет вообще его найти? В чем проблема? Пока этот велопарк никто не может найти. Вот я сейчас прошу Данила найти что-то из этого велопарка, как до него добраться. Сможет? Так, велопарк, школа в Белгороде, карта, обзор. Может быть, когда-нибудь Даня на самокате там просекает. Там асфальт? Нет, там грунт. Точно просекаю. Брови. Мы доезжаем до такой вот херни и все. Возможно, было где-то здесь заехать, но карта показала нам проехать так. Мы доехали до такого вот места чудесного. Короче, если поедете со стороны карьера, то вас ждет вот такая вот чудесная лента, закрепленная на палочку и велозамочек. Я еще не знаю, как долго идти пешком. Я бы сказал так. Вот как на авторынок можно добраться только на автомобиле. Также в велопарк лучше ездить на велосипеде. Велопарк, квадратные колеса. Мой Логос. Короче, тут есть все-таки парковка, разгребенная трактором. До главной конструкции пройдемся, так сказать. Асфальта не ждите. На главном входе нету карты маршрутов. Я не понимаю, где какая трасса.
Хотя я наслышан, что здесь есть трасса, так сказать, олимпийская, не олимпийская, посложнее, попроще. Но где это все? А так, знаете, теперь у нас есть велопарк, и здесь можно кататься на велосипеде. Вчера останавливает меня ГИБДДшник, да? Более деликатно называется. Я говорю, добрый вечер, все дела, сюда-туда. Старший полковник Маховни. Типа того. И говорит, Андреевич, вот прям так и говорит, а чё это вы не пристегнуты? И тут я включаю свою классическую. Да, я понимаю, из-за физических особенностей я сижу близко к рулю, и вот после этой фразы он уже меня не слушал. Говорю, поэтому, говорю, если не дай бог, он такой, всего доброго. Все вообще, изи. Отмазался тип. Четко. А потому что страховки у меня нет, это никого не волнует. В общем, ты запикаешь, вырежешь, да.